Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! У нас вечерняя управа. Закончился у меня корм для моих бройлеров. Вон они там в клетке сидят. Я им запарила кормосмесь. Коз, короче, но у меня козы ее не едят, я для коз ее купила. Так что будут сегодня есть у меня эту запаренную кормосмесь бройлеры. Что у нас новенького? У нас сегодня уехали Уна и Фил. И если я изначально наивно полагала, что у меня Уна самая громкая коза в стаде, не учла я одной вещи, что у Монтерея голос, как Иерихонова труба. Это просто жесть, как он орёт. Как он скучает по Филу. Они тут скарифанились за неделю. И совершенно внезапно Фила забрали. И забрали Фила буквально за 3 дня до кастрации. Очень много звонков было, но почему-то его не брали. А тут вчера женщина позвонила и прямо сказала, я забираю его и сестренку в одно хозяйство. Ну, как бы бонусом от меня специально для Уны было то, что потом из этого хозяйства Унка приедет, чтобы ее Монтерей покрыл. Вот, это был такой специальный бонус. Без скидок, без ничего, никуда я не двигалась по цене. Как сказала, так у меня косы купили. Но вот эта вот дворня недельная, это же капец, она ест все. Тебе селедку принести на Маре? Она ведь ест абсолютно все, она все пробует. Ей что-то нравится, что-то не нравится. Капец. Ты должна есть только молоко. А ты у меня чего вытворяешь? Артистка, артистка. Сегодня на улице она была активнее всех. А получили больше всех пацаны за свое навязчивое поведение. Ужасно, ужасно. Сегодня все девки вам пенделя волшебного прописали. Ой, завтра буду убираться опять у бройлеров. И вон девчонки мне тоже тут навыкладывали подарочков. Эти у меня тоже что-то прямо как не знаю кто. Но сегодня у меня день был бешеный, поэтому я сегодня даже не убиралась. Сейчас я вот эту кучу у них уберу. Свинюхи хорошо едят ваши вот эти вот объедки с барского стола, товарищ Роза. А у меня Роза загуляла. Это просто какой-то очередной паноптикум с гармошкой. Вот. Это, ну, больше я никак не могу объяснить то, что она отказывается от еды. Если был бы что-то типа кетоза, то она бы совсем бы ничего не ела. А так температуры нет, чувствует себя бодро. О, слышали? Ага. Все мы слышим. Девки, мы-то думали, Уна уедет. Мы с вами хоть вздохнем спокойно. Но не тут-то было, да? Радусь, привет. Так, хорош кашлять. О, пришла объедки поесть. Ой, Намарька. Ну, какахи-то уж не надо нюхать здесь особо. Да это что ж за такое за крикун-то, а? Бадун-крикун. Нет, скажи, не Бадун. Спокойно, мальчишка, спокойно. Просто скажи, другана у меня увезли сегодня. Ну, там, скажи, Уна тоже даст прикурить в том хозяйстве. Да, Мантюш? А, это пока. Пока тут... Так, ты давай не вставай в кормушку, не имей такой дурной привычки. Нельзя. Бурундук мой. Ну что,
Прям так скучаешь, прям так скучаешь, да? Ну вот, пока я здесь маленечко навела тут уборочку. Все тут у меня чистенько теперь. У этих тоже сделала слегонцовым красиво. Так что теперь завтра только вон у тех уберу. И техасцы мои занеслись. Умнички мои. О, вот и у них тоже маленько надо подобраться. И, наверное, уже мальчишек надо от вас отселять. Да, мои хорошие? Чтобы только девочки оставались. Вот тут у меня два одиноко лежащих, одиноких одиночки тусят. Вот. Из всей вот этой вот оравы несутся какие-то две альтруистки, не побоюсь этого слова. Завтра, девчонки, завтра я заеду в кормушку. Сегодня уж поужинаете размоченным комбикормом, так, чтобы это червячка маленечко приморить. А завтра возьмусь уже за ум. Когда, конечно, Серега болеет, это очень все сложно. Все в одну харю, это очень-очень сложно. Не невозможно, просто очень сложно. Ну что, вот прошло 2 дня. Я немножечко оклемалась. Вначале мы кормим малышей. Малыши у нас разные. Тем, кому 2 недели, тот пьет как большой. Тем, кому уже месяц стукнуло, даже больше, все еще из соски. Роза, ты себе рептух затащила, ты моя красоточка. Вот эта черная жижа, это витамины для моих девочек. Кстати, мне уже пора всю семью на витамины подсаживать. Да, белочка моя хорошая. Кстати, очень хорошие витамины. И по молоку, все витамины группы В. Сейчас домой я приду и вам покажу, как они выглядят. Я довольна. Это не реклама, просто нашла вот такую вот биологически активную добавочку. Попробовала, и мне понравилось. Может быть, кому-то будет полезно. Да, девчонки? Все сено съели, ага. Бедные мои бомжары, бедные мои бомжары. Сейчас буду доить и вас всех маленечко понежу. А то вообще 2 дня забыты. Как я тут вообще с температурой сидела, доила. Надо отдать должное моим девкам. Не шелохнулись. Вот у меня белка с удовольствием пьет. Аматоник тоже пила, но вот не с таким рвением. А здесь, видимо, правда и вкусно козам. И вот они прямо это до конца все допивают. Вон она уже все на дне. И Роско у меня тоже с удовольствием пьет. Рада-то она. Ой, а это-то куда? Ты-то куда, господи, козаморда? Так, вообще это для тех, кто молоко мне дает, а не тот, кто молоко жрет. Радуйся-то она у меня спокойная насчет воды. Ну, тоже вкусно, видимо. Это-то, господи, сопля зеленая. Получила фашист гранату от мамки. Да, мамка вам не папка. Быстро напиндюляет. Рад будешь еще? Вот так вот они у меня витаминчиками и подбодрились. Ну вот, несколько штатных манипуляций, и все притихли. Все заняты делом, все едят, жуют. Да, Монтерейчик? Ох ты мой красавчик, ой ты мой красавчик.
Мамочки на радость, да? Мамочки на радость. Охрип, охрип у меня, да? Охрип мой зайка. А почему охрип? А потому что уехал наш друг Фил, да? И мы так орали, что охрипли к ядрене фене. И теперь мы по чуть-чуть попискиваем только, да? Даже Монтерей. Ну и, собственно, вот, обещала показать и показываю. Вот такая вот штука, это у меня сегодняшние надои. Называется «Овцы и козы». Я уже своим фермерам в группе показывала. Они сразу: «Это что за вино за такое, овцы и козы?» Я говорю: «Да, вино, блин, только не с нашим счастьем, с больным». Так, дозировка МРС 50 грамм на голову в сутки в течение 15-20 дней дается. И вот такой вот состав. Мне больше всего нравится, что все витамины группы В. Дофига всего полезного. Короче, вот такая вот штука. И очень удобно мерить. Мы как русские люди. Все по писярику меряем и все. Вот так вот. Это примерно у меня тут вот и стоит. Так что таким вот образом. Леночка, я прошу прощения, но у вас тетерев ходит по огороду. Вы вообще в курсе такого расклада событий? Сначала он вот здесь сидел, а теперь ходит по вашему огороду. Интересно, чем вы их прикармливаете? Расскажите. Вот у меня тетеревов нету еще в хозяйстве. Ну вот уже 11 час. Намари ест свою последнюю паечку. Пятую надо ее уже на четырехразовое питание переводить. Она у нас девочка активная. Ну что ты, ну что ты. А тебе трех раз достаточно. Тебе уже достаточно трех раз. Но я все равно приду домой без удоев, потому что у меня на входе рэкет. Ну вот и все. Погашена люстра. У меня тут налобный фонарь все освещает. Все. Доброй ночи, котятки. До завтра. До завтра, Монтерей. А вот он, мой рэкет. Тра-та-та. Привет, дружок. У меня для тебя молоко. Вот и все. Ну вот, как-то так заканчивается каждый наш день. Спокойной ночи.